Всем привет! С вами Fashion TV и я, Аделина Шарипова. Вашерон Константин – одна из старейших функционирующих швейцарских мануфактур. Сегодня в Concept Store Aizel состоится презентация новой коллекции часов 56. Она посвящена культовой модели часов 60-73, которые были выпущены в 1956 году. Являясь эталоном бессменной классики, Вашерон Константин продолжает производить исключительные модели часов. Не переключайтесь, и вы увидите все самое интересное на Fashion TV. Мне очень приятно, что Россия стала третьей страной, и, соответственно, мы стали третьими партнерами, которые удостоились этой чести. Мы сегодня презентуем в магазине и на нашей онлайн-платформе, соответственно, 6 моделей новых часов коллекции 56. Скажите, но это ведь не первая часовая марка, которая представляется в вашем бутике? Нет, это мужская первая. У нас были два очень успешных проекта с компанией Chanel, которая проходила в этом году. Мы запускали Coco Code, и в прошлом году мы запускали Mademoiselle Coco. Coco Code стал первой мировой премьерой тоже в мире по отношению запуска этих часов. И Россия была именно той страной, в которой Chanel решили сделать запуск мировой премьеры. Сегодня вечеринка посвящена часам Вашерон Константин. Скажи, успел познакомиться, может быть, примерить? Я успел познакомиться давно. 10 лет назад купил себе, это были не первые часы, наверное, вторые. Mm-hmm. И как раз встали, как они сейчас выпустили, Вашерон Константин. Правда, я их продал в кризисные времена. Вот сейчас присматриваю себе новую версию, да. Ну, как тебе вообще новая коллекция? Ну, неплохая для молодежи, всего лишь 2,5 миллиона. Часы очень люблю, вы знаете, я считаю, что часы – это главный аксессуар для мужчины, и причем аксессуар очень многогранный, да, в какой-то ситуации это твой статус, в какой-то ситуации это твоя игрушка, в какой-то момент просто помощник, и люблю часы разные, обожаю их просто. Какие часовые марки предпочитаете? Ну, это трудно сказать. В основном мне больше нравится стиль часов, да, то есть мне нравятся минималистичные модели, не отягощенные большим количеством усложнений. Скажи, успел ли ты познакомиться уже с часами Вашерон Константин? Нет, знаю только их классику, знаю то, что они делали. Если там ничего нового, то ассортимент их я знаю. А может быть, сегодня, ну не может быть, а сегодня там что-то новое, поэтому я чуть позже посмотрю. Ну, сегодня такой очень интересный вечер. Вышла новая модель часов Вашерон Константин. И наши телезрители, телезрители Fashion TV, безумно хотят узнать, ведь она уже выходила в 1956 году. Что же произошло с этой моделью? Она получила новое дыхание? Она получила современное дыхание. Современное дыхание в плане того, что у нас появился обновленный корпус, который, ну, повторяет те линии, которые были сделаны в 1956 году. Почему вы выбрали Aizel как площадку для часов и новой модели Вашерон Константин? На самом деле Aizel там самый сильный поп-ап-стор в России. Один из немногих, который продолжает существовать в мире. У нее очень сильная команда по маркетингу и диджитал. То, что мы на сегодняшний день там пока только развиваем. И, соответственно, нам нужно было там опираться на сильных людей, которые знатоки своего дела, так же, как и мы имеем очень сильные мастера, которые изготавливают наши часы. Нам нужен там такой союз. Я думаю, что он преуспевающий, и он будет развиваться еще дальше. Вашерон Константин занимает особое место в сердцах любителей и ценителей часов. Коллекция 56 является новой главой для часовой мануфактуры и, безусловно, придется по вкусу взыскательным клиентам. А с вами была я, Аделина Шарипова. I love Fashion TV. 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 I love Fashion TV.